Мне 10 лет, мы летаем на чемпионаты России. Нам составляют список обязательных медикаментов. В этот раз я вместо большого куля медикаментов прихватил маленький папин кошелек с эфирными маслами. Мне очень понравилось, и поскольку завтра я лечу в Артек, я составил себе набор эфирных масел. Первое масло – дыхательная смесь. Это от насморка, от кашля. Если сильно заложен нос, то очень сильно помогает. Смесь на страже. От кашля и для иммунитета. Чайное дерево от вирусов. Если негде помыть руки, на руки капнуть, растереть тоже подходит. И от ожогов, порезов. И если ноготь оторвал, тоже подходит. Лимон. Он от вирусов для настроения. И в воду капать, чтобы вода стала повкусней. Баланс, смесь. Мало ли что может случиться. Это от нервов. Дигизен, если чего-то не то съел или просто объелся, если живот прихватило, помогает.